Всем привет! Меня зовут Екатерина, это компания Кронос, и сегодня я вам расскажу про опрыскиватели, которые буквально на прошлой неделе поступили к нам. Это опрыскиватели турецкого производителя Кафа. Они представлены у нас в модельном ряду на 200, 300, 400 и 600 литров. Бак из толстого прочного пластика, привод от ВОМ 540 оборотов. Функция перемешивания химических составов есть в каждой модели. И при этом сразу есть дополнительный бак для чистой воды. Это очень удобно после контакта с химическими составами сразу помыть ручки. Насос мембранного типа по принципу действия одинаковый во всех моделях. Там внутри стоит три мембраны, это единственное, что может изнашиваться. Стоят они недорого, всегда есть в нашем отделе запчастей и меняются просто. Производительность насоса в моделях до 600 литров 81 литр в минуту. В моделях от 600 литров и выше стоит мощнее насос, ну и производительность, соответственно, выше 90 литров в минуту. Качает он мощно, факел на форсунке стабильный, без пульсации, и он не боится воды плохого качества. Регулятор давления у этих опрыскивателей максимально надежный. Сломать его практически нереально. Есть специальный рычаг, тут 4 положения. Его можно установить в нужный паз. Если же и этого будет недостаточно, есть колесико точной настройки. Регулируется давление тут же по манометру. Штанги у этих опрыскивателей прочные, надежные, армированные. Раскладываются и складываются они вручную. Помогают вот эти пружины. Эти же пружины фиксируют штанги и при работе. Крепление самой штанги жесткое на болтах. Но при этом есть дополнительные отверстия, чтобы вы могли установить необходимую вам высоту. Например, если вы обрабатываете только в зашедшие сходы, вы можете установить на самое минимальное положение. Ну а если вы уже обрабатываете подросшие культуры, вы можете поднять штангу вверх. Размах штанг на опрыскивателях от 6 до 10 метров в зависимости от объема бака. Стабилизации штанги нет, но для такого размаха она и не требуется. В опрыскивателях Кафа стоит двойная система фильтрации. В баке стоит сетка, которая защищает от попадания крупного мусора. А снизу стоит фильтр тонкой очистки. Снимается и разбирается он просто, чтобы удалить скопившийся мусор. Обратите внимание на два крана, которые могут включаться по отдельности. Это очень удобно, если мы обрабатываем узкие участки. Опрыскиватели турецкого производителя Кафа максимально надежные, простые, и это точно покупка на всю жизнь, потому что тут нечему ломаться. Сегодня я рассказала вам про опрыскиватели Кафа. Если у вас остались вопросы по опрыскивателям или другому навесному оборудованию, пишите нам их в комментариях, в наших группах в соцсетях. Ставьте нам лайки или дизлайки. Мы будем рады любой вашей активности. А если вы, просмотрев это видео, вдруг вспомнили, что вы еще на нас не подписаны, срочно это сделайте. У нас там много всего интересного. Спасибо. Всем пока-пока. Еще раз.